В этом комплексе на основе личности великих воинов создавались чистильщики. Но не все из них были героями. Один был преступником и Талдаримом. Его матрица личности вторглась в наши системы и обратила их против нас. Я могу все исправить, но мне потребуется ваша помощь. Дорогой, сегодня мы бьем зергов. Ладно, зергов так зергов. Пристройка завершена. Первый терминал восстановлен, но впереди еще несколько. Будьте бдительны. Талдарим отправил к вам своих голографических воинов. Пусть они и бесплотны, но дерутся яростно. Обнаружен противник. Будьте начеку. Я закончила зачистку этого терминала. Скоро выдвинусь к следующему. Хорошо. Сопровождаем цель. Транспортное судно в пути. Пристройка завершена. Анализирую поврежденные протоколы. Ожидайте. Силы противника направляются к моей позиции. Пристройка завершена. Мне удалось восстановить систему на 50%, но это было нелегко. Башни подавления должны были нас защищать, но теперь одна из них сводит на нет все мои усилия. Уничтожьте ее. Я не могу продолжать работу под огнем башни. Это не боевое судно. Оно не оборудовано щитами для отражения атак. Башня подавления уничтожена.
25% поврежденных данных. Разработка завершена. Войска союзников атакованы. Улучшение завершено. Ваши войска атакованы. Несмотря на все препятствия, этот терминал восстановлен. Банши уже в пути. Транспортное судно почти готово отправиться к третьему терминалу. Выдвигаюсь к следующему терминалу. Противник готовится атаковать нашу базу. Держите нос по ветру. Любопытно. ИИ Толдарима оставил нетронутым одно из хранилищ данных. Чистильщики будут признательны, если вы защитите находящиеся в нем личности. База войска союзников атакована. Эту личность мы точно не утратим. Улучшение завершено. Войска союзников атакованы. Вызываю Гиперион. Начинаю восстановление систем защиты. Это займет некоторое время. Вы спасли еще одного великого героя. Мне нужна помощь. Толдарим направил против меня защитные системы комплекса. К счастью, вам удалось извлечь все личности из этого хранилища. Меня атакуют. Не желаете помочь? Союзников? Рекомендую уничтожить эту башню. И как можно быстрее. Атаки башни перегрузили мои системы. Войска союзников атакованы. Меня атакуют. Не желаете помочь? Системы судна в критическом состоянии. Войска союзников атакованы. Атаки башни временно нарушили работу моих систем. Башня перестала атаковать мое судно. Хоть одна радостная новость. Прогресс восстановления 50%. Вражеская башня подавления активирована. Войска союзников атакованы. Улучшение. Спасибо, командир. Башня уничтожена, но она не была последней. Я отменила 3/4 внесенных Толдаримом изменений. Держитесь. Ваши войска атакованы. Войска союзников атакованы.
Войска союзников атакованы. Целостность системы подтверждена. Этот терминал снова в строю. Войска союзников атакованы. Скоро я выдвинусь к следующему терминалу. Рекомендую подготовиться. Чего только не сделаешь ради Доминиона. Я выдвигаюсь. Войска союзников атакованы. Ваши войска атакованы. Ваши войска атакованы. Враги зашевелились. Скоро заявятся. Войска союзников атакованы. Восстанавливаю защитные протоколы. Сохраняйте терпение. Далдарин все еще думает, что в силах уничтожить меня. Докажите ему, что он не прав. Обнаружена еще одна башня подавления. Войска союзников атакованы. Улучшение командного центра завершено. Спасибо, командир. Башня уничтожена, но она не была последней. Ваши войска атакованы. Система восстановлена на 50%. Да, я делаю все, что могу. Рекомендую уничтожить эту башню. И как можно быстрее. Атакованы. Войска союзников. Сюрприз! Ловите подарочек! Завершено. Башня подавления уничтожена. Войска союзников. Вы не поверите, но я почти закончила. Обнаружена еще одна башня подавления. Войска союзников атакованы. Башня перестала открывать мою судно. Хоть одна радостная новость. Данные очищены. Этот терминал избавлен от влияния Талдарима. Улучшение завершено. Прокладываю курс к последнему терминалу. Скоро отправлюсь. Продвигаюсь к терминалу. Атакованы. Войска союзников атакованы. Флот в атаку! Здесь есть еще одно хранилище данных. Извлеките из него личности, пока еще не поздно. Thank you.
Войска союзников атакованы. Еще один наш герой спасен. Я так рада. Войска союзников атакованы. Начинаю восстановление данных. Возможно, значительное время ожидания. Этому чистильщику больше ничто не грозит. Талдарим все еще думает, что в силах уничтожить меня. Докажите ему, что он не прав. Отлично. Вы спасли все личности из этого хранилища. Атакованы. Вражеская башня подавления активирована. Ваши войска атакованы. Войска союзников атакованы. Атаки башни временно нарушили работу моих систем. Башня подавления уничтожена. Атакованы. Время для воздушного удара. Вражеская башня подавления активирована. Прогресс восстановления 50%. Ваши войска атакованы. Башня перестала атаковать мое судно. Хоть одна радостная новость. Союзников атакованы. Башни подавления активируются сразу в нескольких местах. Ваши войска атакованы. Осталось 25% поврежденных данных. Атаки башни перегрузили мои системы. Спасибо, командир. Башня уничтожена. Но она не была последней. Мое судно почти уничтожено. Башня перестала атаковать мое судно. Хоть одна радостная новость. Войска союзников атакованы. Не бойтесь, дорогуша, у меня таких еще много. Кто бы мог подумать, что я более эффективен в стрессовых ситуациях?